Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором реально каждый день есть что посмотреть по танкам. Помимо того, что каждый день я выкладываю по несколько видео, я еще и провожу прямые трансляции, на которые всех приглашаю. Если хотите все это не пропускать, подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте на колокольчик и буду благодарен, если поставите лайкосик данному видео. Все эти действия вам не стоят ровно ни гроша, а для меня возможность развиваться на платформе YouTube, да еще и безумно приятно. И в пределах прямой трансляции один из зрителей, он же спонсор канала, он же тот человек, который довольно часто присылает подарки, уговорил меня, хотя я говорил Сашке, не хочу, не буду, боюсь, мне страшно, но он сказал, нет, ГСН, в этот раз тебе однозначно повезет, и с 10 контейнеров ты 100% заберешь себе 114 СП-2. Мне многие писали по поводу того, что именно с 10 контейнеров получили себе танк, и я, честно говоря, понимаю, с чем это может быть связано, а именно с ценником, потому что разработчики в целом, возможно, готовы за 22 500 отдать машину 10 уровня. Но вот насколько везучий я и насколько мне повезет сейчас на моем основном аккаунте, сейчас посмотрим с вами вместе. Рискую, пальцы трясутся, друзья мои в чате на прямой трансляции, скрестите пальцы крестиком, поехали открывать. Первый контейнер мне приносит 500 голды. Ну, чуть-чуть, но вернулось. Итого затраты 22 тысячи. 22 тысячи потраченных на контейнеры. Ничего. 8 контейнеров осталось. Мама моя дорогая, но... Ай! Сотня золота. Сотня золота. Но это мало. Но это очень мало. Мне зритель один, Андрей, не знаю, смотрели вы видео или нет, прислал свой видос записи, как он открывал эти контейнеры. Так кто там и солидный контейнер себе достал, Шкоду оттуда получил, и машину себе забрал с этих 10 контейнеров. Осталось всего 4. Всего 4. 22 тысячи золота, ну пускай 21. С учетом того, что повыпадало немножко золота и бустерочков, ну блин. Как же так? Саня! Саня, ты же обещал! Ты же говорил, что мне сегодня повезет! Сань, последний контейнер! Последний контейнер! Но! Нету ничего! Ай-яй-яй! Боже мой! Саня, зачем ты меня на это подписал? Родной ты мой! Но ты писал в чате, что ты не расстроишься. Я не могу сказать, что не расстроился я. Но вот так вот, ребят. Вот так получается. И да будет это дополнительной информацией всем тем хейтерам, которые кричат, что у меня от разработчиков подкрученный аккаунт. Не подкручен он у меня, к сожалению. Хотя я бы, честно говоря, не отказался. Ладно, друзья, я пошел дальше кататься на прямой трансляции, там меня друзья заждались, а вас приглашаю присоединиться к этой компании друзей, как я уже сказал, чтобы ничего не пропускать, достаточно просто подписаться и прожать на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.